связи 11-й. Твой новый куратор. 400-й куда-то пропал, поэтому я временно или постоянно заменяю его. Есть одна странная вещь. В отчетах последней задачи была отправка в лагерь Оазис. Но операторы пневмопочты сообщают, что с граничного была отправка уже после этой миссии. Что ты об этом знаешь? У меня была задача от 400-го. Найти документы и отправить их ему. Что это за документы? Я не в курсе. Я просто выполнял задачу от конгломерата. Ты уверен, что тебе нечего сказать по этому поводу? Да, я уверен. Ну что же. Хорошо, я свяжусь, когда для тебя появятся задачи. До связи. Стараюсь пока. Слушай, со мной тут связалась какая-то женщина. Ищет людей на острове, которые помогли бы ей в каком-то деле. Я ей дал твои частоты. В ближайшее время должна связаться. Хорошо, спасибо. Михаил сказал мне, что вы ищете людей для работы. Что нужно сделать? О, сразу к делу? Отлично, люблю такой подход. Нам нужна помощь с медикаментами, которых на материке попросту нет. Они необходимы для лечения сильного отравления от ядовитых разрывов. А что же правительство? Они не помогают? Правительство? Сейчас в нем сидят те же люди, что и в креслах Нового Света, а оставшиеся... Оставшиеся попросту марионетки. Так, ладно. Что за медикаменты? Где мне их искать? Когда я общалась с Михаилом, то он сообщил мне координаты местной клиники. Она находится в квадрате D5. Там тебе нужно найти эксиламидон. Хорошо, я найду нужное лекарство.
Кажется, я что-то слышу. Где ты? Ай! Я сюда! А ну-ка, подойди сюда, щенок! Там жарится. Братва, у нас гость!
братва! У нас гости! Иди-ка сюда. Я слабо знакомься. Сообщаем.
Играть.
глубине души.